Мясопродукты выходят на межрегиональный рынок. Накануне в Архангельске состоялось открытие фирменного магазина с продукцией из северного оленя. Колбасы, полуфабрикаты, консервы и, конечно, деликатесы. На витринах представлен практически весь ассортиментный ряд. Из столицы Поморья репортаж Алины Выучейской. Этого события в Архангельске ждали долгие годы. И вот случилось. В центре столицы Поморья появился фирменный магазин мясопродуктов. Всех, кто пришел на торжественное открытие, угощают деликатесами из оленины. Гости довольны. Очень вкусно. Вообще, мне кажется, я даже аналогов ничего не могу ни с чем сравнить. Очень замечательные продукты. Пробовала. Ну вот чипсы прекрасно, просто прекрасно. Потом мне очень понравились вот эти вот колбаски к пиву. Вот, они хороши. А вот, ну, честно говоря, я даже не подозревала, что такое изобилие. Копченые и вареные колбасы, сосиски, пельмени, шницели, котлеты, консервы и, конечно, деликатесы. На витринах представлена большая часть продукции Наринмарского мясокомбината. Первым покупателем стал архангелогородец Андрей Прищемихин. Мужчина был приятно удивлен не только широким ассортиментом, но и ценовой политикой. Цена очень лояльная, да, потому что то, что до последнего времени в Архангельске продавалось, ну, существенно было дороже, чем в Наринмаре. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, нас лишили аттракциона перед отлетом. Я в командировках очень часто бываю в Наринмаре, поэтому всегда перед отлетом обязательно к посещению магазин мясопродуктов и везу обычно коробочку, потому что ребенка кормим олениной. Еще один любитель мясной продукции из Заполярья Андрей Жданов. Когда учился в институте, практику проходил в Индиге. Там впервые и попробовал оленину. С тех пор я поклонник, я очень рад, что такой магазин появился в Архангельске. Потому что такой ассортимент, вы знаете, ну, весь олень представлен в полном виде. Вообще я даже слов не нахожу, насколько мне все нравится. Работа по открытию торговой точки мясопродуктов в Архангельске началась сразу после ярмарки «Золотая осень», что проходила в Москве, где общество представляло свою продукцию. В ходе мероприятия были достигнуты договоренности о торгово-экономическом сотрудничестве с представителями Архангельской области. Северяне вообще любят оленину, но архангелогородцы вообще любят продукцию этого мясокомбината. Поэтому мы очень рады, что наконец-то открывается такое прекрасное предприятие, где будет реализовываться продукция Наринмарского мясокомбината. Надеюсь, что продукция, которая будет реализовываться и продаваться нашему населению, она порадует своим качеством, своими вкусовыми достоинствами. После того, как было найдено помещение с наиболее высокой проходимостью и удобной логистикой, на предприятие приступили к непосредственному обустройству торговой точки. Впрочем, Архангельск не единственный город, где будет представлена продукция из северного оленя. На сегодняшний день мы очень интенсивно ведем работу по поиску соответствующих помещений в разных городах, в тех городах, особенно куда есть прямые рейсы, авиационные рейсы с Наринмара. В частности, работа ведется очень активно по Санкт-Петербургу, Москве, Челябинску и Екатеринбургу. Расширение филиальной сети мясопродуктов – одна из основных задач по развитию предприятия, которая была поставлена губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским. Назначение нового руководителя мясопродуктов было дан особый приоритет по развитию филиальной сети внутри России и в перспективе на экспортные рынки в Европу, Азию и так далее. Вот отрадно видеть то, что на текущий момент этот план реализован. Данный магазин открыт. В принципе, по настроению, которое здесь есть, видно то, что люди ждали этот магазин. Фирменный магазин мясопродуктов расположен в центре Архангельска. В торговой точке представлен практически весь ассортиментный ряд, выпускаемый предприятием. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Архангельск.